Привет, котик мяу. Куда это ты так смотришь? Ой, только что был такой дождь, а сейчас смотри, какая радуга красивая. Она такая разноцветная. Вау, котик мяу, да, ты прав, она очень красивая. И знаешь что, котик мяу? Мне пришла в голову интересная идея. Сегодня будем с тобой изучать цвета. Вау, круто! Потому что эта радуга мне, ну, очень понравилась, прям очень-очень. Я хочу, чтобы я мог хотя бы назвать, из скольких цветов она состоит. Отлично, котик мяу. После этого урока у тебя не будет проблем с названием цветов. Поэтому давай попробуем изучить эти слова. Давай, давай! Приступаем к изучению урока. Ну что же, котик мяу, давай начнем наше изучение урока. Урок, посвященный цветам. И первое слово, которое мы с тобой сегодня выучим, будет цвета. Цвета по-польски будут колоры. Колоры – это цвета. Вау, ну это слово я уж точно запомню. Да, котик мяу. И первый цвет, который мы с тобой сегодня выучим, будет черный. Черный по-польски будет чарны. Чарны. Вот посмотри на эту ворону, какая она черная. Ой, да, она очень-очень черная. А еще я слышал, что вороны любят собирать все золотистое. Я читал такую сказку в детстве. Ну, котик мяу, да, ты прав. Молодец, что умеешь уже читать книжки. Да, да, я умею. Я быстро учусь. Отлично, котик мяу. Давай изучим следующее слово. Следующее слово будет белый. Белый по-польски будет бялы. Бялы. Смотри, чтобы проще запомнить тебе это слово, просто сначала научись говорить бялый, в конце используя букву L, а после замени ее на между L и V. То есть такой будет звук бялы. Бялы. И это будет правильное произношение данного слова. Хорошо. Думаю, если потренироваться, то у меня все получится. Конечно, котик мяу, чем больше будешь практиковаться, тем больше у тебя будет получаться. Следующее слово серый. Серый по-польски будет шары. Шары. Прям как вот эта добрая тучка, она серая, но очень добрая. Да, именно поэтому дождь был сегодня такой теплый и приятный. Да, котик мяу, именно поэтому, потому что тучка эта была очень добрая. И следующее слово, которое мы с тобой выучим, будет зеленый. Зеленый по-польски будет зеленый. Зеленый. Вау! Это машинка! Я помню, с прошлого занятия мы выучили, как будет машина по-польски. Ну, котик мяу, давай. У тебя есть шанс показать, что ты хороший ученик. Да! Машина по-польски будет самоход. Правильно. А теперь скажи, зеленая машина? Ой, сейчас попробую. Это будет зеленый самоход. Правильно, котик мяу. Зеленый самоход. У тебя отлично получается, котик мяу. Мне кажется, ты очень способный ученик. Да, да, я обычно учусь на отлично. Отлично, котик мяу. Давай перейдем к следующему слову. Следующее слово коричневый. Коричневый, как вот этот вот медвежонок. И слово коричневый по-польски будет бронзовый. Бронзовый. Ой, я постараюсь запомнить. Вроде бы звучит просто. Да, котик мяу, и звучит просто, и запомнить просто. Бронзовый, коричневый. Следующее слово красный. Красный по-польски будет червоный. Червоный. Ну что, котик мяу, хорошо у тебя запоминается? Да, я стараюсь записывать. Но думаю, я смогу выучить все эти слова без проблем. Отлично. Давай тогда перейдем к следующему слову. Следующее слово синий. Синий по-польски будет небески. Небески. Это синий. Синий, как вот этот вот шарик. Ой, я очень люблю шарики, но очень боюсь, когда они лопают. Это так громко и так страшно. Я очень этого боюсь. Понимаю тебя, котик мяу, все дети этого боятся. А так, я очень люблю шарики, прям очень-очень.
Следующее слово «желтый». «Желтый» по-польски будет «жёлтый», «жёлтый», «жёлтый». Ой, какой цыпленок! Он такой желтый! Да, котик мяу, желтый. И следующее слово «оранжевый». «Оранжевый» по-польски будет «помаранчевый», «помаранчевый». Ух ты! Отлично! Я уже жду следующее слово. Хорошо, котик мяу, следующее слово «фиолетовый». «Фиолетовый» по-польски будет «фиолетовый», «фиолетовый», «фиолетовый». Ну, все слова, как я заметил, очень сильно похожи. С такими темпами я стану скоро настоящим знатоком польского языка. Да, котик мяу, ты уже показываешь хороший результат. Еще совсем чуть-чуть, и ты уже можешь свободно говорить на польском языке. Да, да, это моя цель, это я точно смогу. Хорошо, котик мяу, давай последнее слово, это розовый. Розовый по-польски будет ружовый. 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 А ну, давай, котик, последнее слово, ты должен это повторить. Ружовый, ружовый. Да, котик мяу, отлично, у тебя с первого раза все получается. Как у тебя это получается? Ну, я просто очень способный, так мама говорит. Хорошо, котик мяу, и на сегодня у тебя даже будет домашнее задание. Сегодня у нас будет стихотворение, которое связано с разнообразными цветами. И ты должен будешь его выучить на следующее занятие. Надеюсь, у тебя это получится, так как оно очень простое. Давай я сейчас тебе его прочитаю. Цвета. Колоры. Жовте є сонце, а небеське небо. Бяла на нім хмурка, зач зелене джево. Чарний кот на джеві і червоне ябка. Але найладніша моя шара чапка. Ну да, я постараюсь выучить на следующее занятие этот стих. А как он переводится? Да, котик мяу, я оставлю перевод. А переводится он вот как. Цвета. Желтое солнце, голубое небо, белые тучи, зеленое дерево, черная кошка на дереве и красные яблоки. Но самая красивая моя серая шапка. Да, котик мяу, возможно, в русском переводе ты не услышал рифмы и непонятно, что это стих, но в польском языке все идет с рифмой, поэтому тебе нужно будет подготовить и выучить это стихотворение к следующему занятию. Как у тебя получится? Да, я думаю, у меня получится. Я буду очень-очень стараться. А, отлично, котик мяу. Тогда давай еще раз я тебе его прочитаю и на этом будем заканчивать наше занятие. Ой, отлично! Я хочу услышать его еще раз. Хорошо, давай, последний раз, и все, и конец урока. Колоры, цвета. Жовте є сонце, а небеське небо. Бяла на нім хмурка, зач зелене джево. Чарний кот на джеві і червоне ябка. Але найладніша моя шара чапка. Все, котик мяу, до следующего урока. Пока. Пока, пока. Буду ждать с нетерпением. До скорых встреч!